Друзья, всем привет! Когда сезон овощей, и все овощи у меня со своего огорода, свежие, вкусные, сладкие. В общем, я готовлю простой и очень вкусный салат. Беру все овощи, которые у меня есть, и зелень. Значит, белокочанная капуста, огурцы, помидоры, лук, укроп, болгарский перец, кукуруза консервированная, крабовые палочки, майонез и перец черный молотый. Начинаем. Готовим очень вкусный салат. Беру большую миску и начинаю нарезать все соломкой. Я вот в этот салатик добавляю красный перец. Вы можете добавить зеленый, желтый, оранжевый. Это уже как сказать. Тогда салат будет еще красивее. Огурчики. Сначала я вот так вот их разрежу. Когда есть у меня молодая капуста, именно ранняя, я всегда ее добавляю в салат. Репчатый лук нарезаю кубиком мелким. Конечно, можно было сюда добавить красный лук, он ведь сладкий. Перекладываем. Смотрите, вот так я нарезаю мелко капусту. Кукурузу высыпаем в банку полную напополам. Можно было использовать крабовые палочки, две пачки, 400 грамм. У меня вот здесь 220 грамм. Теперь вот так вот беру немного, так вот их разъединяю и кладу в салатик. Нет, все-таки, друзья, помидоры я, наверное, нарежу кубиком. Соломкой они не очень будут смотреться в салате. Так, соседи начали делать ремонт. Как раз вовремя, когда мы делаем салат и снимаем видео. Теперь, друзья, смотрите, я вот беру помидоры, да, сок мне вот этот не нужен. И кладу в чашку. Без сока. Мелко нарезаем укропчик. Вы можете использовать любую зелень, и петрушку, и кинзу. У меня только укроп. Добавляем. Перчика немного добавим. Черного, молотого. Соль я добавлять не буду, так как здесь майонез. Добавляю майонез. У меня салата много, грамм 200. И перемешиваем вот эту красоту. Да, друзья, салат супер. Беру свое шикарное блюдо и перекладываем салатик. Вот мы привыкли салатик готовить с овощами, а вы добавьте в этот салатик кукурузу и крабовые палочки. И салатик заиграет по-другому совершенно. Вкусный салат, друзья, поверьте. Готовлю уже не первый раз. Особенно, вот я говорю, когда молодая капуста на огороде, огурцы, помидоры, болгарский перец, все такое свежее, сезонное. Тогда салат этот вообще. Смотрите, друзья, какой интересный салатик у нас получился.
готовьте вместе с Еленой вот такие вкусные салатики. Подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео в соцсетях со своими друзьями. Я вам желаю приятного аппетита, отличного настроения, хорошей погоды и всего самого доброго. А вот у нас сегодня погода нелетная, опять пасмурно и идет дождь. Ну а что поделаешь, у природы нет плохой погоды. Всем удачи, пока. Ну а мы будем кушать вот эту красоту. Пока.